История о дружбе, любви и верности. В театре «Самарская площадь» прошел благотворительный спектакль, приуроченный ко Дню пожилого человека. Подробности расскажет Галина Топилина. На сцене театра «Самарская площадь» пьеса Шекспира «Два веронца». История о дружбе, ценностях, прощении, вере в лучшие качества человека и, конечно же, о любви. Два друга детства влюбляются в одну девушку. Взаимности добивается только один. Второй же начинает плести интриги и всеми способами пытается помешать этому союзу. Но даже в такой истории возможен хороший финал. Этот спектакль – подарок от театра Самарскому городскому обществу инвалидов в День пожилого человека. Мы благодарны людям, которые работают в этом театре. От тех, кто нас встречает, до тех, кто нам вот такие подарки делает. Спасибо им большое. Татьяна Безвербных называет себя заядлым театралом. По ее словам, увидеть спектакли Шекспира на сцене – это особое удовольствие для ценителей искусства. Мне он нравится тоже его произведение. И его спектакли мне тоже нравятся. Вообще его мысли его мне нравятся. Я люблю театр. С большим удовольствием хожу. Театр «Самарская площадь» уже более 10 лет сотрудничает с обществом инвалидов. Благотворительные спектакли и проведение совместных мероприятий как для взрослых, так и для детей стало давней традицией. В этом году в честь Дня пожилого человека коллектив театра подготовил для членов общества инвалидов творческий подарок. Праздник мудрости, праздник старшего поколения. Вот и сегодня мы с радостью встретимся уже с близкими и знакомыми людьми. Практически всех мы знаем в лицо. Ну вот я точно знаю всех в лицо. И актеры наши, поскольку праздники проходят и для детей этой категории, и для взрослых. Всегда очень теплая, отзывчивая публика. И играть для них всегда большое удовольствие. После спектакля зрителей ждали еще и сладкие подарки. Галина Топилина, Петр Паламеев, «События».